Приготовим очень вкусные фаршированные перцы. Перекрутим говядину в фарш и добавим обжаренный на сливочном растительном масле лук. Хорошо перемешаем и добавим рис, сваренный до полуготовности, любимые специи и соль. Рис хорошо использовать тот, который обладает хорошей клейкостью. Отлично подойдет кубанский. У перцев отрезаем шляпки и достаем внутренности. Таким способом, которым вам будет удобно. Перцы очищены, можно приступить к основному действию. Начиняем их фаршем достаточно плотно и накрываем крышечкой. Так при подаче они будут выглядеть намного эффектнее. Приготовим соус, которым будем заливать наши перцы. В глубокой миске смешаем жирные сливки, столовую ложку соли и столовую ложку сахара. Добавим сюда пачку протертых томатов. Выкладываем перцы в казан, либо же в кастрюлю, если вы готовите дома на плите. Таким образом, чтобы они стояли близко друг к другу, заливаем соусом. Сверху можно добавить несколько маленьких помидорчиков. Накрыть капустными листами, и вместо крышки я накрываю фольгой, в которую делаю дырочки. Так наши перцы будут не вариться, а тушиться. Ставим казан на огонь, а через час открываем фольгу и добавляем туда свежую зелень, так чтобы она отдала свой аромат. Через 5 минут убираем огонь, перекладываем перцы в то блюдо, в котором будете подавать, и поливаем соусом. Приятного аппетита! Это очень вкусно!